Вы знаете, что меня по-настоящему бесит? Принтеры. Принтеры придумал человек, чтобы поебать мозги другим. Я ненавижу принтеры. Они нихуя не делают, кроме как срут говном. Все, что я, блядь, хочу сделать, это всего лишь распечатать e-mail или документ. Черные буковки на белом листе. Все, больше ничего. Но нихуя, цветные картриджи почти пусты. Да на какой хрен мне нужны цветные? Мне нужен только лишь черный цвет. Когда я распечатываю текст, я вырубаю этого ублюдка, но он все равно продолжает печатать. Что это? Я не просил печатать еще. Следуйте инструкции. То есть на экране вот это нельзя было показать. Это же пустая трата бумаги и ясен хрен чернил. Это пустая трата их. Недостаточно цветных чернил? Мудоебство! Я вижу синий, я вижу красный, хотя мне, блядь, нужен всего лишь черный. Итак, вы не можете печатать текстовый документ, но, блядь, можете распечатать всю эту хуйню. Закройся уже, блядь! В общем, покупаю я новые картриджи, и что дальше? Да ну ни черта не пашет, номера, блядь, не совпадают. Чем отличается черный 56 от 21-го? Это же один и тот же картридж. Остохуеть можно. А, да, самое главное, он зажевывает бумагу. Я готов скрыть себя. И это блядская поеботина. Дубляж абсурда.